Всем. Вчера с вечера погодка портилась, с ночи начинала налаживаться и не успел отрубиться, как прозвенел опять звонок, то бишь будильник, и пришлось бежать опять на кампус. Все в накатанном режиме. Кстати, поздравляю всех сегодня с первым днем зимы. Сегодня 1 декабря, перевернули целый месяц, наступила зима. Ну, слава богу, у нас погода не зимняя, не качается, все нормально. И будем работать дальше. Вчера готовил утку, забыл сказать, пробовал после ужина сам. Просто супер получилось, просто во рту таял соусом, так вообще бомба. И утром уже, в начале ролика я показал, чем я утром занимался. Жарил блинчики, и после на завтрак пришел командир, спрашивает: «Витоль, а что у тебя какой-то новый вид блинов, что ли, появился?» Я говорю: «Да нет, все как обычно, что-то, говорит, какие-то вкусные». Говорю: «Командир, говорит, ты, наверное, месяц блины не кушал, зато такие вкусные тебе показались». Он так поулыбался, говорит: «Ну да, месяц блинов дома не было». И вот так сегодня завтрак у меня начинался. Вкратце расскажу, что сегодня буду готовить. Обо всем меню чуть попозже, но в расширенном, как сказать, формате буду готовить сегодня борщ, как я готовлю его вообще, и на пароходе именно. И Chinatown Beef, это будет из части ноги, я не помню, рамп, как переводится, точно знаю, что это часть ноги говяжьей. Там с овощами тоже, ну, рецепт покажу. И там на десертик такой будет, там из слойки опять-таки же со сгущенкой такая плетеночка. Готовим сегодня борщ. Борщ готовим как обычно. Основа — это свекла, капуста, морковка, лук, картофель, томат паста, загустить, мука и бульон. Варится на плите, я покажу, когда начнем готовить на плите именно сам борщ. И, соответственно, соль, перец по вкусу. Ну и как бы все, погнали. Кастрюля наша накалилась. Первым закидываем чеснок, свекла, изначально сливочное масло. Кастрюля очень раскаленная. Его сразу закидываем, чтобы снизу был бы чесночок, а сверху свекла. Все это размешиваем и обжариваем. Жарим все это в течение где-то 3-5 минут. Закидываем лук. После лука идет морковка. Жарим дальше.
еще минут 5. Капуста тоже соломка, как и все предыдущие продукты, ингредиенты. Так же самое и капусточку. Обжариваем дальше. Следующее — томат-паста. Буквально минутку, может две, пока на кастрюле начнет так прилипать немножко. Обжарили томат-пасту, закладываем муку. И с мукой очень быстро, буквально, чтобы ее размешать, чтобы она облипла на овощи, на дно кастрюли. И тогда будем заливать бульон. Вот наш бульончик. Как же борщ без настоящего бульона? Тут куриные кости и много-много овощей. Репа, морковка, лук, парей, сельдерей, все вместе. Вот уже часа 2,5 он томится у меня, так и будем сейчас его добавлять в наш борщ. Вот так он начинает потихоньку вариться. Один из последних закладок — это будет картошка. Тоже соломка, и все, поехал в борщ. Сейчас посмотрим консистенцию, может быть, за много будет, за густо, потому что как еще буду добавлять мясо сюда. Да, наверное, хватит. Картошки. Да, достаточно. Все закипает и варится 40-50 минут у меня на очень медленном огне. А сейчас приступим к приготовлению нашей говядины Chinatown Beef. Борщ у нас готовится. Сейчас приступим к приготовлению Chinatown Beef. Я использую Beef Rump, вот такой вот кусок мяса. Вчера заранее я обрезал эти всякие пленочки, и сейчас будем нарезать именно такие кусочки, которые нам нужны. Сейчас быстренько покажу это. Все делается очень просто. Нарезаем вот такие ломти говядину и такие продольные брусочки. Примерно вот так это выглядит. Вот так выглядит наша говядина. Ее порезали. Наша кастрюля разогревается, чтобы ее быстро зажарить. Что еще нам понадобится из ингредиентов? Из ингредиентов пойдет, я уже настругал, паприка с парея. Где-то две больших таких паприки ушло и довольно-таки толстый один парей. Как бы концы обрубил, это на бульон пойдет, а вот две таких больших и толстый один парей. Соответственно, сри чили соус пойдет, борчестер соус, порошок чесночный и на подачу сезам сидс, кунжутовые семечки. Все время забываю, все как бы на английском идет. На завтра, сразу скажу, оставил на бифстроганов. И это запеку на холодильник, на нарезку на ночь. Видите, я сразу добавил масло сверху, растительное, чтобы сразу не на кастрюлю, потому что кастрюля очень-очень разогрета. Получается, что с мясом не будет так, что или будет гореть масло, или сразу где-то не попало масло, прилипнет на сковородку, на кастрюлю говядины. Это будет сразу все так. Берем, и получается, и масло попадает на дно, и сверху мясо. Это сейчас быстро обжариваем. Ну, как бы тут 100% обжарки не получится, потому что на такой толстый, слой мяса не хватит жары, чтобы до корочки. Одну сторону доведем до корочки, а вторая начнет так подкушиваться. Но это
блюдо не жареное, а тушеное, не жареное, а тушеное будет, так что это ничего страшного. Сейчас на минут 15-20 я переворачивать буду, она обтушится, обжарится. На закрытой даже крышу, сейчас крышечку накрою и потом уже последующий процесс я расскажу. А рядом у нас бурлит борщ на обед. Доходит наш борщ. Сейчас его приправливаю. Соль, перец. Ну и в принципе все. Сейчас вот он на, вообще таких на последних порах чуть-чуть, видите, бурбулит. И все, он как раз туда идет. Минут 40 осталось до обеда. Настоится, будет супер. Ну, я заранее покрошу туда уже мясо от костей отделил. Так что не переживайте, борщ с мясом. Борщ, как говорил, уже готов. Сейчас мясо вот на плите, на данной стадии мы останавливаемся и буду перекладывать в противень и заправлять остальными ингредиентами. Как ранее говорил об этом блюде, сейчас добавляем овощи. После овощей идет свиш чили соус. Сладкий чили соус. Так, добро поливаем. Хорошее количество. Сезам будет в конце перед подачей. И гарлик паудер, порошок чеснока. Извиняюсь, чуть призабыл, в оригинале я сою соус добавляю, но Шипшангер не привез этот раз суплайер продуктов. Я не знаю почему, вроде я заказывал, посмотрел по инвойсам, по заказам, не было на месте. Но я заменю его просто в Worcester соус. Так как сою соуса нету, посолим тоже. Все, замешиваем. И вот так по концовке это выглядит. Сейчас накрываем фольгой, кидаем в сторону и в 3 часа прихожу после обеда на камбус, закидываю 150-200 градусов на 1,5 часа и будет она там томиться. Все, переходим к сладкому. Готовим сладенькое на ужин. Для этого нам понадобится слоеное тесто. 360. Давно проверенная, давно пользуюсь, никакой нет беды с ней, с этим тестом пользуюсь, все в пучком. 2 банки сгущенки вареной. Ну и основное, как бы, все, я яйцо надо будет перед закладкой в духовку, смажем яйцом и берем скалку, раскатываем. Раскатали наше тесто 3 миллиметра. Да, 3-4. 3 даже, да. Примерно. Где толще, где тоньше тесто. И сейчас намазываем вот таким способом. Одинаковым слоем по всему периметру. Следующий шаг заворачиваем вот таким образом, пальчиками прижимаем все это наше богатство. Еще раз тоже так прижимаем все аккуратненько. Оттянули так в сторону сгущеночку аккуратненько ножиком. Вот так это выглядит. И отрезаем по самому краю наши колбаски. Не колбаски, батончик, как не знаю назвать. И не от самого конца отступаем на пальчик и делаем разрез
до конца, до самого низа. Вот так и должно быть. Я использую вот именно такой ножик, очень хорошо для теста. Получилось у нас вот три таких полоски, или можно сказать полосища. Сейчас делаем следующее, формую плетенку. Оп, 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 оп. С этой стороны держим, заворачиваем и как бы ее оттягиваем, чтобы не сократить ее толщину, чтобы во всей длине была бы одинаковая плетенка. Все, вот такое. Так, получилось у нас три плетеночки таких. И сейчас нарезаем на порционные такие кусочки. Так вот. Ну и на данный момент заключительный штрих, это выкладываем их на противень. Таким способом. Сейчас, когда их выложу, я еще раз, где так сильно не подкручено, еще подкручу их, чтобы больше такая была, как сказать, плетенка. Продолжение следует. Слоечка ждет выпекания, вот так она будет стоять до 3 часов. Декабря, Северное море, вот бывает такая погода. Ну, за последние года все меняется, не стало дома зимы, и тут таких штормов больших нету зимой. Когда начинала работать, там 11-12 год, там было, конечно, попа. Теперь готов. Картошка фри, наш борщик, овощи. Белая фасоль, вы можете спрашивать, будет почему-то чуть-чуть так фасоль остается, для кого это? Боцман мой, британец все время просит, чтобы я оставлял ему на обед эту фасоль. Это завтрак, британская фасоль белая. Вот эти чикенблини, потом сделаю тоже ролик о рецепте этих блинчиков. И вот рыбка в сырном соусе. Возможно, у кого-то назрел вопрос, почему так я мало готовлю. Скажу честно, готовлю все, чтобы никакую провизию без излишек, чтобы не выкидывать. Не хватает тут столько бюджета, чтобы выкидывать еще лишнее. Там бывает, что на паромах готовили и половину выкидывали, все за борт. У меня тут все, как говорится, все под контролем. За бортом, можно сказать, штиль, как летом, а мы продолжаем готовить ужин. Наши плетенки готовы к выпеканию. Запускаем их в духовочку. Время будет 30-40 минут. Готовим. Плетенки будут готовиться 30-40 минут. Температура была разогрета до 250 градусов. Поставил в духовку плетенки и снизил до 200. И вот когда упадет до 200 градусов, как раз чуть-чуть они подрумянятся и будет готово. Но это в моем случае 30-40 минут. Так же самое. Сейчас поедет в духовку на 1,5 часа. В транслейтере перевел точно и посмотрел, что это за часть именно говядины. Рамп. Рамп — это верхняя часть снаружи ляжки. Именно рамп, beef рамп называется. Вот сегодня из этой части говядины я делаю это блюдо Chinatown beef. Этот рецепт мне прилетел от моего братенника Леонида. Не так давно, может, год-два всего лишь готовлю это блюдо. Так что спасибо, хороший рецепт, братуха. 15 минут прошло, на данный момент картина у нас вот такая.
наша готовая слойка. Ровно 40 минут прошло, я выбрал, буквально чуть-чуть профукал, прихватило, за много было температуры сверху, включился тен, и буквально не то, что подгорело, но сгущенка, вареная, сахар, это все сразу быстренько начинает гореть, но не горело, так чуть-чуть, честно, присыпал. Есть, вот видите, чуть-чуть буквально начинающий. Но все равно это нормально. Зато она хорошо пропеклась, потому что слоенка надо, чтобы раскрылось все тесто хорошо. А бывает, что температуры мало, и она до конца не пропекается. Вроде с виду, вроде да-да, а в середине не готова. А тут будет 100% бинго. Что может быть лучше, чем кофе с молочком и карамельная плетеночка? Приятного аппетита! Маленький городок в Северном море. Много таких. Можно сепарацию мусора на борту. Пластик складываем отдельно, стекло отдельно, металл, банки отдельно и general waste. Сам иногда не догоняю, отлечу это вообще. И бумага, и картон. После показа сепарации мусора, именно как производится на борту, это условия, закон, регулейшн во всем мире получается. На всех пароходах должен так перебираться мусор. Большие штрафы накладывают, если, образно говоря, найдут пластик в пластике, в пищевых отходах пластики и так далее. Просто с этим связана моя маленькая история. Я первый раз, когда сел на пароход, шли мы через океан. Да, получается, там был рифер, и пластик периодически боцман палил на корме. Была такая как бы печка, не печка, бочка сделана, обрезанная, и туда он закидывал пластик весь и палил. И получилось так, что куча большая там собралась на около той станции, где палили этот мусор. И я решил боцману помочь. Это было где-то в середине океана, наверное, до обеда. Я взял, выкинул 2 или 3 мешка пластика за борт. Ну, думаю, надо же бочек помочь, что там он будет париться, этот мусор весь палить, я ему помогу. И оказался на мосту в то время как раз на крыле мастер. Ну и что получилось? Получило таких конкретных, причем люлей, больших люлей от мастера. Там, конечно, не списали ничего, там ворнингов тоже не было, но получил я нормально. Вот так это про первые мои люли в море. Эти первые люли мне оказались уроком на всю жизнь. Больше никогда так, честно сказать, не делаю и не собираюсь делать. Это просто получилось, я думаю, так неосознанно, ну, по незнанию толком и неосознанно. Там были курсы солос, там, понятно, тоже все рассказывали, но когда попадаешь на пароход, это вообще другое. Картофель в фольге очень полезный, так как при такой термической обработке все полезные вещества остаются в картофеле. Имейте в виду. Начал собирать ролик за сегодняшний день, что готовил, что подавал. Оказалось, что не включил камеру, когда снимал подачу ужина. Ну, зато сейчас после ужина пришел, покажу, что вообще остается у меня после ужина. Последний там уже в столовую доедает. Вот баранина была. Эмпти. Вот это то, что мы готовили, сверху присыпал кунжутом и подал. 1,5 часа было в духовочке. Овощи. Гриль. Тоже чуть-чуть осталось. Рисик этот красный. Ну и то, что заменило дрятика пасты просто на egg noodles. И овощи.